Нет, не очень много. Матч полтора часа длился. Плюс довольно уверенно я играл, поэтому не сильно было. В третьем сете соперник взял 5 геймов. Это можно списать на некоторую расслабленность? Ну да, где-то не сложилось пару геймов, где-то он хорошо сыграл, потому что уже легко проиграл. Поэтому, в принципе, ничего необычного не произошло. Матч я контролировал до последнего, поэтому я считаю, что нормально сыграл. Первая подача шла не очень, почему? Ну, бывает такое, как бы, немного есть волнение, немного свои нюансы, как бы, иногда идет, иногда не идет, поэтому, я подавал, в принципе, неплохо, я считаю, ну, плюс тяжело судить, идет она или нет, когда с запасом выигрываешь, поэтому играл настолько, насколько нужно было для победы. А как здоровье, травма чувствовалась? Нет? Немного чувствовалось, но, в принципе, нормально, я думаю. Готов буду ко всем остальным. К воскресенью проблем не возникнет. Что? К воскресенью проблем не возникнет. Нет, еще есть суббота, поэтому еще не факт, что я не буду играть пару, поэтому пока пусть Сергей играет и там посмотрим, будем смотреть по счету. Можно Саша, это твой первый за несколько лет матч с Кубка Дэвиса за Украину, твоя первая победа. Скажи, пожалуйста, о своих ощущениях. Было ли трудно завершить матч? Вот два раза подавал на встречу. Это было, ты торопился или желание было слишком велико победить? Нет, я бы не сказал, что торопился. Опять же, он где-то лучше сыграл, чем играл весь матч. Где-то я пару нелепых ошибок допустил. То есть, в принципе, нормально я закончил матч, конечно, можно было подать с первого раза, где-то чуть не сложилось, где-то я ошибся, ну, ничего особенного такого не произошло, в принципе, я даже когда стал 5-5 был уверен, что, скорее всего, этот сет я выиграю, поэтому, ну, сложилось как сложилось. В 2008 мы выиграли вместе на Фью и Черсину против друг друга, это как-то помогло? Нет, я уже не помню тот матч, насколько я помню, это Челленджер даже был, а не Фьючерс. Ну, плохо помню, вообще не помню того матча.